Спортплощадок в регионе должно быть больше, а дети должны иметь возможность заниматься футболом, баскетболом и волейболом не только летом, но и зимой. В областном бюджете на эти цели заложено 30 миллионов рублей. Депутаты губернской думы от фракции «Единая Россия» предложили в следующем году увеличить расходы на возведение спортобъектов на 113 миллионов. Занятие спортом, оно и создает вот этот вот формат жизни, к которому человек привыкает, и в соответствии с которым он строит всю оставшуюся жизнь. И поэтому создание вот таких спортивных площадок, безусловно, необходимая вещь. Если мы хотим, чтобы наш народ, наша нация были здоровыми, сильными. Инициатива партии «Единая Россия» об увеличении бюджета вот на такое направление деятельности – это важная составляющая сегодняшнего бюджета, в том числе деятельности правительства и Министерства спорта Самарской области. Одну из таких площадок построили в 132-й школе Самары. Теперь здесь проходят занятия физкультурой, а вечерами могут тренироваться все жители района. Я очень рад, что построили эту площадку, потому что я сам спортсмен, люблю баскетбол, волейбол, все, что мне нужно, грубо говоря, здесь есть. С 2019 года в регионе построено 56 спортплощадок. Их строят на основании заявок от муниципалитетов и образовательных учреждений. Виктория Шара и Сергей Баскин. События.